четверг, 22 сентября с 16 до 17.00 в правительстве Курганской области пройдет горячая телефонная линия антикоррупционной направленности. На вопросы зауральцев ответит начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев, а также другие специалисты ведомства по теме предотвращения нарушений в сфере предоставления спортивных и туристических услуг. Они также готовы ответить на вопросы, касающиеся присвоения спортивных разрядов ГТО, а также оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на базе областных учреждений спорта. Звонить можно с 16.00 до 17.00 часов по телефонам в городе Кургане 42-92-0, 42-91-90 и 42-91-91.